друзья. Решил прийти, доброго времени суток. Приветствую вас. Решил прийти опять в яхт-клуб «Сич» в Днепре. Вот. Погода замечательная, даже чуть-чуть жарковато. Вон, смотрю вдалеке кувшинки. Видите, беленькие такие наконечники, кувшиночки появляются. Уточек не вижу, одни гуси на сегодняшний день. Решили прохладиться гуси. Сейчас посмотрим, что там у нас за рыбки. Взял им тоже хлебушка. Ну, как обычно, он уже вижу. Опа. Сейчас посмотрим, друзья. Вон, вон они, видите. Кабанчики. Офигеть можно. Кабаны. Надо было сачок брать. Какие они здоровые вообще, капец. Главное телефон не уронить. Кабаняки. Ох и кабаняки. Да, точно могут под воду. Ой, там нутрия. Нутрия, друзья. Смотрите. Будет она хлеб. Пожалуйста. Кушает. За обе щеки он аж уплетает. А там же еще под ней рыбы. Офигеть. Это павлины кричат. Нутрия, друзья. Офигеть, какой хвост здоровый. Это ж нутрия, правильно? Не выдра там. Я просто в них, прошу прощения, не разбираюсь. Офигеть. Как крыса здоровая. Это ж нутрия. Или... Нутрия, да. Офигеть, красавица. Вот так вот.